мы с планшетом первый раз на зимней рыбалке. Вот так она начинается. Там рыбаки. Не зайти на лед. Мои полные надежды. Готовые к разочарованию. Мы готовые ко всему. Мы очень долго не были на рыбалке. И вот такой праздник. Вот оно, историческое событие. Первая лунка. 22 февраля 15 года. Будем двигаться в сторону берега. Закинули первую удочку. Насверлили лунок. Вот первый гость. Собака бежит. И вот там сходит солнце. Вот только что заброшенная удочки. И вот первый улов. Тут видите, как клюнуло. Лед трещит без перерыва. Может, и пугает рыбу здесь, когда на нем сидит. Их, да? Да. Видишь, одна рыба с лунки побежать. Ну да, так я и согласен. Только что вот сейчас вот поймал рыбу. Вот красиво, не на мормышку. Сколько у тебя там лунок? Там их штук 7? Да. Хорошая погода позволяет. Надо сбоку, не вперед. Позволяет колени опустить на лед. Ну да. Без этих наколенников. Ну, все равно промокает, мокрые, но вообще идеальная погода. Ну, давайте, давайте. Ой-ой-ой, хороший, не влезет. Ой, не влезет. Влезет, кажется. Так. Потихоньку не спешит. Пусть уже. Пойдет еще погуляй. Ну. Сука, что творит. Это лещ. Владимир, ну, да. Привет. Володя, Володя, тебе привет. Посмотри на меня. На рыбалку. Ненавижу коньяк. Говно. О, я такого никогда еще не держал на крючке на льду. Да, ну не может быть. Как она дергается? Или окунь может? Вряд ли это подлещик. Ничего себе. Я не знал, что зимой такая рыба. Я уже забыл. Такая рыба резвая, такая сильная. Очень тонкая леска здесь, очень старая. Рановато паца. Подлещ хороший уже. На боку идет. Блять, так он небольшой. А чё он такой сильный? Так, у Вацы последний шанс реабилитироваться по подлещику. Очень хорошая рабочая лунка. Сейчас посмотрим, как она. Главное, на первое. Главное, дай ему заглотить. И вот с тех вот первые рыбки
поймал и такой. Надежда такая появилась. Потом все снасти перервал. Да, потом началось. Нет, сейчас клёв прекратился. Подлезли. Потихонечку, потихонечку. Точно, да? Да. Леску складывай красиво. Сука. Потихонечку. Что делать? Ну так вот, да. Только сдавай ему постоянно. Будь готов к рывку. Не тяни его быстро под лунку, потому что он будет под лункой. Сейчас подвижь, мужики сидят, потому что вечером может клевать будет. Вырвал у меня леску. Хорошо. Пусть гуляет, ой, я его там вижу. Нет, там... Ёб твою мать. Бери, 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 бери. Реабилитировался. Куда поднял на леске? Ах, красавец. Мы закончили рыбалку. Сегодня 22 февраля. 8,5 часов. 8,5 часов. Можно сказать 8. 10 подлещиков, 8 хороших, 2 маленьких. 3 штуки хороших, ну как, таких средних, спустил в лунки. Один просто с мормышки сошел, 2 подряд спустил с 22-го крючка, самого тоненького. Ну, рыбалка удалась. Да, на фоне всеобщего бесклевия это зона но, взята. Да.